Да. Я Сергей Фургал. Мальчика домой, Фургала домой. Мамона болит обреченный. Россия, новости такие. 20 января состоится открытый апелляционный суд по мере пресечения. Еще раз повторяю, открытый. Люди, у кого есть возможность, ну, появиться в суд, приходите, поддержите. Просто окажите свою поддержку. Че, давай мы его возьмем, а вы нас... Где, вы сломаете? Марина, здравствуйте, что это такое у вас? Здравствуйте. Сегодня же у нас выступление Владимира Владимировича Путина. Ежегодное послание гражданам России, где нам опять будут обещать, переобещать. Поэтому будем сегодня мы, с тем, что у нас дома нет, мы будем начнем его смотреть здесь. Поэтому мы построили себе телевизор и будем смотреть Владимира Владимировича. А в основном мы, конечно, хотим сказать, что нашего Владимира Владимировича смотрят в основном вот такие вот бабулечки, которые верят ему до сих пор.